Дисклеймер. Привет, я Третий. Сегодня мы с тобой продолжаем проходить Террарию. Так, что нам необходимо сделать в первую очередь? Это призвать НЛОшки. Подожди, раз, два. Заколдовать посох, три. Хорошо, дальше. Пойдем опять выносить чернокнижников. Опа, а, я думал, это для меня какое-то задание. Стоп, 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 стоп. Сколько у меня монет сейчас? 4 платины? Как я столько накопить успел? Зачем мне столько денег? Так, убираем все деньги. Ага, 9 платин уже. 9 платины. Как всегда, сейчас нужно будет по-быстрому Лунного Лорда победить. Для этого нам необходимо... победить чернокнижника и 4 столба этих. В прошлый раз мы справились за полчаса. Давай посмотрим, может сейчас быстрее получится. У нас как-никак теперь йо-йо есть, правильно? Так, хорошо. Так, ну давай, появляйся. Медсестра, стой. Стоп. Стоп, 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 стоп. Медсестра. Ах ты, зараза, я ж попросил, подожди. А, да, сейчас нам... Вот, с йо-йо намного быстрее, смотри-ка. Так, я забыл опять про НЛО. Ага. Да, возможно, и без медсестры теперь спокойно справляться будем. Но с Лунным Лордом не уверен, конечно. Так, дракон, естественно, было ожидаемо. Да, смотри, как быстрее справились. Мне бы второе такое йо-йо и противовес надеть. Угу. Давай вот так. Да вот что ты лезешь, а? Хорошо, добили. Не, ну медсестра теперь мне тут и не нужна. Она появилась, нет. Ну и хорошо. Тогда надо ее... понятно. Оставить. Поставить ее обратно. А, зачем я телепорти... Ну да ладно, ничего страшного. Медсестру нужно обратно поставить ее. Так, медсестра, медсестра. Медсестра должна жить не здесь. Нет, нет, нет. Давай аптечку возьмем. Нет, 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 подождите, подождите. Не надо меня пока атаковать. Вот здесь. Так, она тут и живет, да? Тогда делаем вот так вот. Медсестра, вот так, жила здесь и живи. Да отстаньте вы. Так надо было у нее полечиться вообще. Блин, я ж позаставил камнями, чтобы она не выходила. Давай, оп, все хорошо. Точно, про вот эту штуку призму я вообще забыл. А, это не то. Сорян, делаем вот так вот, нормально. Не то, не то, не то. Да подождите, дайте мне. Вот козлы, а? Со всех сторон поналетели, слишком много всяких эффектов, и я не успеваю увидеть, где что. Это опять надо зачаровать посох. Быстренько спускаемся. Так, ну эти, наверное, ступеньки лучше убрать. Не запарили. Так, ну дурели у меня пока что нет, ладно. Раз, два, три. Телепортируемся сюда и побежали дальше. Так, возьмем, возьмем радужный посох. Да, это радужный посох, хорошо. Сколько здоровья? 280, маловато. Сейчас надо будет мои монеты забрать. Да, отстаньте от меня. Давай поставим вот так вот. Хорошо, все. Спускайся. А, мяумур у нас есть еще, да? Блин, даже не знаю, что лучше, мяумур или... Ой, это не мяумур, это звездная ярость. Что лучше, звездная ярость или... Йо-йо. Ну, наверное, пока что звездная ярость. А когда сделаем... Возьмем противовес и выбьем еще одно йо-йо, то уже йо-йо, когда оно будет 2. Когда оно будет 2, да. Класс, великолепно, молодец. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Да, кстати, лучше раз и навсегда сделать вот так вот. Так, не мешайте мне. Так-так-так-так-так. Медсестра, давай помогай. 5 монет золота, но это вообще не страшно, учитывая, сколько у нас уже денег, правильно? 34, хорошо. Телепортнемся сюда. Так, посох ставим вот сюда, вот поближе, все. И звездную ярость используем. Так-так-так. О, нет, здесь же эти черви появляются, правильно? Ай-яй-яй-яй-яй. Черви это плохо? А насколько далеко летят звезды? До земли? До того, как прикоснуться до чего-нибудь? Так-так-так-так-так. Ну, давайте быстрее следующих.
Так это просто кусочек тела. Да, кусочек тела. В целом это недолго, но все равно лишние полчаса занимает. Плохо, что лунного лорда только так можно призвать. Да, я знаю, что печать, но на печать тоже нужны фрагменты, которые как раз из этой башни падают. А чё боты так медленно появляются? Давайте как-нибудь побыстрее. Имейте тоже совесть. Так, у меня же 3 пришельца, да, все правильно. 3 пришельца, плюс кристаллик, плюс этот меч. Да, нормально пока. Так, а ее может сквозь землю ходить? Не, не может. Тогда разницы нет пока. О, с йо-йо, я надеюсь, я очень быстро лунного лорда разнесу. Сколько у него, кстати, урон? 220. Ну, сойдет. Да, я уже настолько оборзевший, что 220, да, сойдет. Сколько? 30 фрагментов, да? Ага, во, вижу. 33, вот это больше похоже на правду, да. 33, 34, хорошо. Это намарок, ну, мне не нужен. Потом... Я вас понял. А, нам же еще плантеру нужно, хлорофит найти. Точно, точно. Так, сюда мы не успеем. Давай вот сюда вот. А, тут сразу появилось. Оно еще не на одном и том же месте появляется. А, вот они, где появляются эти листы. Но там, по-моему, тоже появлялись, нет? Иначе в чем там была сложность? Давай, 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 давай. Да кто по мне? Ага, черви вижу. Как так? Сколько? По 88 урона наносите, вы чё? Ну 80... А вот это что? А, это вода... Всё, понял. Не-н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 е
здесь. Да что такое? Ну, сейчас я, скорее всего, помру уже. Давай вот так вот над кристалликом побудем, потому что если я умру, то сразу могу вернуться и монетки забрать. Да, у меня их тут мало, но все-таки. Это мое. Не дам. Ой, да вы издеваетесь. Так, ну давайте уже добивайте меня, чтобы у меня было полное здоровье. Ага. Так, кристалл наш бьет, но я не вижу сколько. Из-за этой надписи. А это мне опять надо будет сейчас посох делать. Спускаемся. Ну так реально долго спускаемся. Тогда... Так, три НЛОшки есть. Правильно, правильно. Далее становимся вот сюда. Ставим вот так. А, этот кристалл уже тут. Ну и правильно. Ай-яй-яй. Все, теперь быстренько вот так становимся. Хорошо. Сейчас заберем предметы. Ну ладно, то уже остается легким, правильно? Последний тотем. Но там проблема как раз таки... 27. Стоп, что? Какой 27? 27 маловато, но я все забрал. Тут, видишь? Больше ничего нет. Ладно, и остается только... Так, что ж такое? Этот вариант. Ну... Я не знаю, не знаю. Там этот червь, которую только в жопу надо бить. Ладно, ну в любом случае у меня нет выбора, что я сижу думаю. Так, 470. О, остается 6 фруктов жизни, правильно? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, да. Ну, в целом, пока будем плантеру искать, скорее всего, и фрукты найдем. Угу. У нас-то была нычка, но, по-моему, она исчезла. Как будто бы тут мир понемногу добавляет блоков. Тебе так не кажется, не? Пусть не сильно нагло. А, тут же нет. Да, блин. Тут же планета в другом порядке. Да-да-да-да-да-да. Тут же в разных местах появляются эти столбы. Как только что был. Все-все-все-все-все. Тогда нормально. Да сколько можно, вы чё? О, нет, опять эта хрень. Так-так-так-так-так. Так ты издеваешься. Так, теперь быстренько ставим вот здесь вот эту вот. Оп, штуку. И отбиваемся. 43. 42, что-то так долго будет. Нет, опять, опять, опять. Оп, стоп.
Да-да-да, молодцы. Так, опять это глист. Давай-давай-давай, бей, молодцы. Да вы что, издеваетесь? В этот раз очень много их. Очень много. Кстати, сколько у нас? 11 минут. И мы почти это все прошли. Молодцы. Так, давай сюда спустимся, потому что, ну что это за прикол? Хорошо. Так. Нет, отстань. Уже какой-то фаер-шоу, а не террария. Так, давай. Да что такое, слышишь? Ну, червей в этот раз реально очень много. С перебором даже. Так, сколько у нас? 18 еще осталось. Да, с этим мы что-то долго справляемся. Потому что тут в основном одни черви. Что за приколы? Давайте сюда спускайтесь. Давайте подходите вот сюда, вот сюда, вот сюда. Так, хорош. Так, чего у нас? 6, 5, 4. Давай, давай, еще немного. Добиваем столб, и все, у нас лунный лорд будет. И там нам нужно будет телепортнуться к медсестре. Да, вот так побыстрее будет. Хорошо. Давай, пух-пух-пух-пух. Хорошо. Собрали. Нет, куда? Чё? Сколько? 38, а чё так много? А чё у других так мало? Так, нет, делаем быстренько так. После чего делаем вот так. Вот так, и вот здесь ждем звездного лорда. Оп. Так, где-то вот здесь вот сверху нужно поставить. Вот так вот кристаллик. И возьму-ка, пожалуй, ее. Ай, подожди, что я сейчас сделал? То есть, да, нормально. Посмотрим, на что ее способен против звездного лорда. В целом, мы и так очень близко к нему находимся, правильно? Вот если бы дальность нитки можно было бы улучшить, это было бы идеально. Тут такая тишина, потому что он так долго появляется. Чувак, чуть-чуть быстрее давай. Как много звезд тоже, кстати, падает. Но звезды мы можем нафармить с помощью той мантии, правильно? Вызвать какое-нибудь событие, когда будет много ботов. И все. Стой. Блин, но ее еще долго поворачивается. Ага. Так. Не, лучше лазеру так. Снесем сначала. Да, потому что он нас еще успеет задолбать. Ну смотри, прям по центру него держу. Ты видел, как четко вообще продержали? Прям по центру, а ему все равно было. Давай, так. Давай, помирай. Вот эти самонаправляющиеся мне вообще не нравятся. Прикол. Стоп. Нет. Медсестра, вот она. Хорошо, погнали дальше. Так, вот эти же летят... Ага, от йо-йо... Эти микросигналы летят не так уж и далеко. Только на самое-самое маленькое расстояние. Поэтому надо не промазывать. Так. Так, нормально. Все правильно упали. Давай так, оп. Давай. Глаз. Давай. Аккуратно. Так. Лазерный глаз ненавижу. Хотя он довольно-таки редко атакует. Как будто бы даже простительно. Давай этот. Так, нет. Тот закрывается постоянно. Вот этот. Что-то он слишком часто закрывается. Так, давай спустимся лучше. А чё ж ты убежал, дурачок? Слушай, а чё по нашим жителям вообще такой маленький урон? Не то чтобы я хотел, чтобы побольше был, но все-таки. По нам намного больше идет. Да хватит. Вот сейчас он разозлился, все. Когда выносишь ему глаза, он намного сильнее становится, кстати. Так, хорошо, раз глаз. Давай, я тебя обхитрил, понял? Теперь надо ему по сердцу попадать. Давай, сюда подойди. Что ж ты делаешь-то? Ах ты, зараза.
Что, зелье использует только, чтобы здоровье смог забрать. Молодец. Во-во-во-во-во, ее неплохо, смотри, иду. Давай-давай-давай. Я могу и длиннее, и короче делать ее, правильно? Ну, длина максимальная, понятно, а вот покороче могу, надеюсь. Давай, так-так-так-так-так-так. Я в шоке, если и сейчас я 3 раза лорда убью, и мне амур опять не выпадет. По итогу мы сколько его, 7 раз вынесли, да? 1 раз наш целый, самый первый раз. 3 раза вчера, и вот 3 раза, походу, сегодня вынесем, да? Так, 2500 здоровья. Да, надо и за своим здоровьем не забывать следить. Так, Мяумур, ты просто обязан его дать. Кстати, вот это что это? Лунный камень. Вы не можете получать эффект исцеления. А, вот в чем проблема. Я еще... Что-то... Вот. Это не он ли? Так, ладно, гриб этот в жопу. Это что такое-то? Ладно. Надеюсь, это... Но это... Я не уверен, что это Мяумур. Большой Мяумур, да! Ее ёшка выпала. 246. Вот это уже покруче. Я теперь могу 2 ее сделать. Так и Мяумур мы получили. Отлично. Кстати, давай глянем, на что он способен. Пока что этот уберем. Ну да, как я и думал, кошечками будет. Они самонаправляющиеся хоть, не? Сильно отбра... Ух ты, ох ты, ох ты! Вот с помощью Мяумура шикарно будет против голема биться. Жаль, нам голему больше не нужно никогда. Так, 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 так. Домой. Сейчас надо будет пораскидывать вещи. Во-первых, Мяумур можно закинуть в особый наш сундук. Где он? Вот он, большой Мяумур. Так, потом фрагменты. Ну, фрагменты нам по факту больше не нужны. Из них можно броню делать. Но у меня и так нормальная броня. Так, большое зелье. Вот сюда вот фрагменты. Вот эти сюда. С портальной пушкой, конечно, уже запарили. Так, 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 что у нас? Знамя, знамя, знамя. Это знамя, которых у нас не было раньше. Значит, они отправляются в наш этот сундук. Я сразу пораскладываю все по сундукам, потому что, ну, реально. Потом. Так, и остается только хлам, да? Давай сундук с хламом какой-нибудь найдем, потому что, видишь, у нас даже сундуки с хламом уже все заполнены. Сегодня я точно почищу сундуки. Потому что, ну сколько можно, ну смотри. Так, вот здесь хлам. Сегодня точно надо будет почистить. Давай так, собираем, собираем. Так, это наш классический йо-йошки у нас. Вот здесь вот и лежат где-то. Вот они, стоять. Так, гриб мы знаем, куда убрать. Все, и надо будет второе ее сделать. Ну, точнее, 2 ее у нас есть. Давай-ка найдем, где противовес. Потому что противовес у нас 100% был. Я прям помню, что я его покупал. А вот куда я убрал, может, это то, что... Вот, то, что надевается на себя. Давай. Так, нет, а куда его поставить? Ага, так, да? Вместо чего? Так, давай посмотрим, что у нас что дает. Восстанавливает жизнь, нет. Увеличивает урон призываемых существ 10%. Увеличивает максимальное число ваших прислужников на 1. Сапоги точно убирать, крылья тоже не буду. Невосприимчивость как бы... Ну, блин, все это надо. А можно что-нибудь объединить? Изготовление. Вот, рюкзак для йо-йо дает пользователю мастерство в использовании йо-йо. Перчатка для йо-йо тоже где-то была. И белая нитка. Белую нитку мы можем из паутины сделать. Это без проблем, но сначала надо убедиться, что у нас перчатка есть. Перчатка — это то, что надевается на себя. Если я на нее натыкался, то она должна быть тоже где-то здесь. Перчатка для йо-йо есть, отлично. Давай нитки, фу, паутину возьмем. Где она тут? По факту где угодно может быть. Вряд ли я ее далеко... Стоп, вот еще противовес у нас есть, подожди. Или это не он? Нет, это не он. Где мышка? Ага. Паутина, паутина, паутина. Ну, у нас же ее куча была. Так, это все не то. Не понял, реально, а куда паутина делась? Во, паутина, отлично. Кацкий станок, это у нас сверху, правильно. Быстрее всего будет вот так сделать. Кацкий станок. Это веревка, не то. Вот он, ткацкий станок. Не то, ткацкий станок, это, по-моему, вот здесь вот внизу. Да. Нитка, сколько надо было? А, мы только одну... Нет, подожди. Мы одну сделали, и дальше нельзя было.
Так, давай, изготовление. Ну, а что я там спрашиваю? Это, скорее всего, вот здесь вот. Просто не уверен, такого количества нитей хватит или нет. Рюкзак для ее, отлично. Давай вместо крыльев пока что поставим. Быстро летать, ну да. У нас НЛО, если что, вдруг есть. Но если бы оно на пробел также вызывалось. Ого. А что так много всего? Так, монеты тоже надо убрать. Правильно. 9 платины. А, 10-я платина у меня уже есть. Жесть. Так, теперь давай смотрим. Так, ну это один ее все еще, слышишь? Где второй? У нас должно быть два ее. А ну-ка, подожди, может это графика, потому что меняется. Вот так вот выглядит два ее. Если вот так выбросить. Ну и что за прикол, алло? Как нам два ее объединить? Ты что, подожди. Да, но это должно быть два ее теперь у меня. Не понял, в чем прикол. Может его вот так вот надо взять? Прикола не понял. Где второе ее? Чувствуешь? Тут обманули как-то. А в чем разница вообще? Не понял. Но это же все то же самое. Так, может, дальность как раз-таки больше стала, ну. Это да, но это не сказать, что мне прям сильно как бы надо. Я больше рад... Подожди, а в чем смысл? Нам два ее обещали, алло. Несправедливо. Че за кидалово, слышишь? Ладно, возможно, мы потом что-нибудь еще разберемся с этим. Так, ну вторую ее я тогда убираю, не знаю, стоит ли убирать. Ладно, пускай так со мной лежит пока. Во, вот и паутина. Так, у нас что? Большой мяумур есть, медный есть, пчеловод есть. Из плантеры нам нужно добыть. Это первое. Второе еще... Вместо чего? Ну, вот это нам пока не... Нет, это пока нам надо. Но обычным мечом я как будто не пользуюсь. Вот, вот этот вот призма. Ей... Ну, давай честно. Ей довольно-таки тяжело управлять. Ага. Не знаю, ее у нас как бы есть, но ее мы, собственно, и использовать будем чисто на Лунном Лорде, на остальных нет смысла. Угу. Тогда вот так вот пускай будет, да? Вот эту хрень я могу еще убрать, но надо дождаться дождя, возможно, это еще какого-то босса призывает. Так, и давай... Где плантеру можно найти еще? Ну вот в этой части освещения, фу, леса мы почему-то еще не рассматривали. Где она может быть? Все, вот так вот надо найти плантеру. Надо хлорофит найти, плантеру. Хлорофита надо будет... Будем делать этот модуль. Я не помню, дрель, модуль, что-то такое. Как-то называлось, уже не вспомню. Давай вот так. Кстати, не забывай показывать, где у нас что. Так, это все еще... А, это джунгли, которые заражены, да? Тут может быть уже и не быть хлорофита, конечно. Полетели так. И вот так вот спустимся. Да, чуть-чуть не долетели, но так все равно быстрее будет. Я вспомнил, я где-то там еще одну яму делал, чтобы быстрее спускаться. Так, ты нам сокровища показываешь? Да, показывают. Так, это свинец, нам он не нужен. Так, нам нужно плантеру найти, правильно? И хлорофита, все. Кстати, за сколько... Блин, ну 25 минут сейчас. Это значит, мы в любом случае Лунного Лорда прошли быстрее. А насколько, я чуть не помню уже. О, еще фрукт жизни. Да, они, походу, отрастают в этих же местах, если я не уничтожаю росток. Наверное. Так, давай вот так сделаем. Не то. Тоже не то. Поставь факел. То, что в прошлый раз у нас факела закончились, это прям вообще позор. Так, я что с инвентарем-то открытым играю? Оловянная руда не то. Ой-ой-ой-ой-ой. Воду обходим. Что, опять свинец? Мы и так изрыли неплохо. Нам нужна плантера.
Ну, чисто из уважения хотя бы. Появись, слышишь? Класс, из одной воды накопал в другую. Давай вот так вот будем делать. Угу. Чтобы воды было поменьше. Вот, и мы вот так вот выбрались. Так, давай, буросодержащий модуль, вспомнил. Угу. Вот буросодержащий модуль нам надо сделать. Для этого надо хлорофита, прям тьма. Потому что, по-моему, хлорофит плюс вот это вот плазма, правильно? Так, ну это уже был тайный философский камень. Давай вот так. Нет, подожди, стоп, что я делаю? Вот так вот. Так больше обзор у нас. Кстати, так я не понял, в чем прикол, зачем мне говорили побольше монет собирать. Ну, они ж по факту нам тут не нужны. Угу. Нам просто нечего покупать вот здесь. Что насчет экономики? Мне кажется, она тут отвратительная, потому что, ну, мы реально копим деньги впустую. Мы, по-моему, не так уж и много чего покупали, нет? Прям, чтобы вспомнить, что мы покупали, надо напрячься. Семена тыквы покупали. Что-то еще было годное. Честно говоря, я уже и даже не помню. Угу. Были бы какие-нибудь фановые, прикольные предметы. Не, не одежда вот эта вот. Хотя даже одежда, но какая-нибудь прикольная хотя бы. Угу. Или можно было бы купить то, чего нельзя в этом мире. О! Стоять, еще же... Так еще один фрукт жизни тут был, нет? По-моему, фрукт жизни как-то еще правильно надо добыть. Нет? Потому что сейчас из-под низу, по-моему, добыли, поэтому нам его не дали. Ну что это за прикол? Бред какой-то. Давай, так. Свинцовая руда. А почему? Да ты что, издеваешься? Давай так. Так. Понятно, ничего. Так. Давай так. Да мы дрелью их можем победить. Ну и питомцами. Опять ничего. Что-то обидно. Ну и где? В прошлый раз хлорофита прям очень много нашли. Но, во, хлорофитовая руда, отлично. Но туда возвращаться нет смысла, потому что у нас хлорофит не в приоритете. И, кстати, давай его, наверное, полностью рудами будем добывать, потому что это уже все равно игру прошли, и сюда мы возвращаться уже, скорее всего, не будем. На эту карту. Так, давай, так. Свинцовая руда. Не то, не то, все это не то. Угу, не то. Тоже не то. Давай вот так вот поставим. Нам фрукт жизни надо найти последние штуки. Сколько у нас там? 5 штук осталось. Хотя по факту у нас уже второй, по-моему, фрукт жизни пропадает. Либо тут есть что-то, что очень сильно похоже на фрукт жизни. Я путаюсь. Ну, по-моему, у нас уже 2 фрукта жизни забрали. Ни за что. Опа. Прям только что ли, выросли цветочки? Ты видел, 2 из ниоткуда взялись. Их мы точно собираем, подснежники. Давай. Да, подожди. Да-да, семена лунного лунное сияние. А! Лунное сияние еще и можно будет посадить. Это замечательно. Давай вот так поставим. Так, там нет вольфрамовой руды. Так, внизу пещера. Ага, опять этот цветочек, замечательно. Давай, вода. Уходи. Это что у нас? О, хлорофит, отлично. Он у нас блестит, поэтому мы его не пропустим. Так, вот так ставим. Кобальтовая руда, это не надо. Так, давай-ка вот так вот сделаем. Поубираем лишнее, пока есть время. Вот оно, фрукт жизни сюда убрался. Вот сейчас не отобрали. Ну а почему вы сюда автоматически убрали? Я не понимаю, как это работает. То он автоматически убирает, то не убирает. Странный прикол. Да что ты делаешь? Где у меня дрель? Ага. Где плантера? Почему ее так тяжело найти?
Не, ну это реально не смешно. Где она? Сколько нам ее искать надо? Это бунт. Вы чё? Где она? Мы уже сколько изрыли тут? Смотри. Вот смотри, ну куда это? Мы скоро вообще в ноль джунгли сотрем. Не то чтобы сильно скоро, но в целом скоро. Все не то. Плантера, плантера, плантера. Где ж ты можешь быть? А новые цветки плантеры могут появляться? Надеюсь, могут. Да это и логично было бы. Так, пчелу мы забрали. Так, нам с плантеры нужен меч. Так. Че? Так. Опа, сундук. Замечательно. Да блин, опять всякая говна дали. Вот сундуки, конечно, в этой части вообще ни о чем. Ну, в этом биоме. По-моему, мы ни разу какого-то крутого сундука и не находили. Так, давай дальше соберем. Хорошо, пошли дальше. Плантера, плантера, плантера. Смотрим внимательно. Да подожди, поставь факел вот так. Это не смешно. О, отлично. Блин, я надеялся в большую пещеру. Сейчас провалились, там еще будет. Да хлорофит, хлорофит. Собираем, 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 собираем. Теперь весь. Нафиг его оставлять теперь. Так, вот он вверху есть еще. Надеюсь, хлорофитовой руды мы насобираем много и сможем буросодержащий модуль сделать. Потом, походу, только с ним придется проходить, правильно? Потому что ну, так плантеру мы будем долго искать. А он, надеюсь... Хотя это, наверное, дрель просто, но быстрее. А зачем нам дрель, но быстрее, собственно? Дрель, но быстрее. Что-то музыка стала вдруг. Да, это потому что в подземные джунгли спустился. Так я и так в подземных джунглях. Доктор Бонс, это что вообще? К чему вы это? Кого я последнего уничтожил? А, редкое существо. Доктор Бонс поблизости. Это из-за которого я достижение, что ли, получил? Тоже мне редкое существо. Обычный скелет. Дай пройти. Вон хлорофит вижу слева сверху, но он у меня не в приоритете, говорю еще раз. Мне в приоритете сейчас найти цветок этот. О! Так, во, уже большие пещеры, видишь? Вот здесь как раз таки... Сай, знаешь, что мне кажется? Фрукт жизни это вот эта вот штука. Уйди, вот он. Просто в будущем вырастет. Это типа начальная фаза цветка, вот она. Поэтому не трогаем, возможно, тут фрукты жизни появятся. Красная древесина. Нет. С каких пор я... О, наконец-то! С каких пор я буром могу, собственно... Ага. Давай. Так, делаем. Взлетаем. Могу деревья ломать. Так, хорошо. Давай попробуем ее, я не знаю. Стоп. Мы сначала поменяем вот так вот. А где плантера? Во, наконец-то. Это у меня куча ее появилась? Откуда? А, это только когда она соприкасается с врагом, я так понимаю? Когда ее соприкасается с врагом, то появляется куча ее... Нет, они и сейчас есть. Наверное, когда все-таки с врагом соприкасается. Ладно, что мне дали? Понятненько, ясненько. О, сеятель! Ну, естественно... Опять с первого раза выбил, но я даже не сомневался. Пошли домой. Так, давай так. А что нам еще нужно? Какие? С марсианского события, с луны тыквенной надо, правильно? Стопэ. Стоп. Меняем, меняем, меняем ее на... Или не надо менять? Но крылья нам нужны. Отталкиватель, скорость. Позволяет летать. Подожди, так летать мы можем и без крыльев? С ботинками получается оно? А, ну это вот такой полет, да?
А, ну падение тогда больно. Не-не-не. Тогда вместо ботинков давай возьмем крылья. Так, далее, что нам надо? Меч положить. В особый наш сундук. И так бегаю тогда медленно. Не знаю, чего лучше выбрать. Лечит максимальное число прислужников, восстанавливает. Ну тут невосприимчивость к отбрасыванию, понимаешь? Она нам нужна. Так, а что я? Ага, понятно. Так, давай сначала руды повыкидываем. Вот сюда вот. Свинцовая руда, золотая. Сейчас призовем события, вот это вот. Гель, так. Вот сюда вот. Зелье. Не то. Что это я кинул? Так. Блоки. Вот сюда вот. Так, хорошо, давай отсюда теперь все пособираем. Так, вы чё мы их кошмарите, слышите? А я говорил вам, двери закрывайте. Так, пошли. Вот так, заберем отсюда все. Хорошо, так, отсюда. Что мы можем убрать? Сейчас быстренько все поубираем. Ну, насчет быстренько не уверен, но точно. Сейчас все поубираем. Так, семена и цвета. Цветы. Цветы. Потом руда вольфрамовая. Почему-то хлорофитовая, точнее, у нас вот здесь, хотя вот она, целая куча ее. Так, зелье закинем вот сюда. Так, жемчужный камень мы кидаем вот сюда. Давай еще позабираем отсюда вещи. Ага, вот этот клинок, наконец-то. Так, еще это хлорофит, мифриловая руда вот сюда вот. Семена и всякая растительность. Так. Меч, это у нас особый меч. Вот сюда вот, наконец-таки. Плюс этот. И у нас остается буквально 2 или 3 меча. 3 меча, по-моему. Потом остальной хлам. Слишком много. Так, вот здесь вот, вот сюда. Потом сундук с сундуками. Вот он есть. Потом сюрикены, стрелы. У нас тоже это где-то. Вот сюрикены. Потом стрелы у нас где-то вот здесь вот были. Потом факела у нас были где-то вот здесь вот. Подожди, вот тут. Ты опять палку выкинула. Так, давай. Так. Чуть-чуть не хватает. Ладно. Я вижу гель тут есть у нас. Так, руда. Вот сюда закидываем. Зелье. Так, потом. Вот сюда вот у нас сердечки идут. Вот здесь у нас одежда всякая. Тайная. Это то, что можно на себя надеть. Это у нас где? Первый сундук, правильно? Так, на себя надеть. Где это было? Вот это вот. Потом давай отсюда остатки заберем. Все хорошо. Так, блоки у нас идут вот сюда. Руда у нас идет вот сюда. Хорошо, доски и баночка у нас есть. Куда это положить? Баночку сюда. И баночка. Так, убираем доски. Ага, стопы. Не то. Доски вот сюда, все, это позах сражается за вас. Да, мы помним этих, но они не сказать, что прям хороши. Где там призыв питомцев? Призыв питомцев где-то в начале был, по-моему, ледяной сундук, да? Так, паутинный ключ, но это полный мусор. Давай вот сюда и уберем его. Так, как так? Так, вот так, все, теперь тыквенную луну призываем. Что нам там надо было для нее? Так, у нас жало еще в виде мусора есть. Что ты там делаешь? Кто там фапает? Куда убрать жало? Вот сюда пойдешь? Нет. Сюда пойдешь? Где еще жало у нас находится? Так, нормально. Что там происходит? Что с тобой? А что происходило? Кто тебя бил? Наверное, слизень сзади него прятался. Так, ты еще не убегай, подожди. Сейчас нам надо спуститься. Тыквы взять, правильно? Тыквы у нас в еде лежат. Стоять. Вот тыквы. 5 гель. Закидываем сюда, грибы закидываем сюда. Так, показывай нам, что там из тыкв можно делать. Да, без сапожек, конечно, вообще не то. Но у нас места маловато, чтобы надевать все подряд. Изготовление показывает тыквы. Как там тыквенный медальон делается? Вот.
Эктоплазма нужна. И святые слитки. А святые слитки, кстати, из железных мобов, да? Что опять? Опять слизень. Куда они появляются тут? Ага, вижу. Святые слитки. Ну, допустим, они-то у нас есть, а эктоплазмы-то у нас нет. Понимаешь? Получается так, святые слитки у нас. Где они? Не понял. Я ж не убрал их в мусор, вот. 72, ну... Это 7 максимально призывалок, да? Но я думаю, нам одной хватит. Нам надо две. Две призывалки. Почему две? Объясняю. Одну сейчас, чтобы получить меч. А, еще ж не факт, что с первого раза он нам выпадет. Ё-моё. Давай так. Не-не-не, пацаны, с вами я драться не буду. Мне пока это не надо. Угу. Так, осталось три клинка. Где-то, которые мне сказали под землей, но над поверхностью. Что-то такое вот. Под поверхностью, короче, где-то в самом начале что-то такое сказали. Потом, по-моему, тыквенная луна, но эти две я уже сам понял. Тыквенная луна, по-моему, и морозная луна. Но я насчет этого не уверен. Насчет тыквенной луны почти уверен. И марсианское событие. Во. Так, а это мы где-то новые? А, нет, это я тут так почистил, что уже не узнаю. Так, злой скелет, хорошо. Давай пока ее нам не нужно, возьмем ботинки. Что так бегать реально долго. Че там, кто там? О, эктоплазма, наконец-то. Ну, это одна штука, правильно? А, нам же несколько может эктоплазм падать, точно. Там что-то есть? Что? А, серьезно? Ох, ё. Тут целый такой мир. Нифига себе. Ладно, давай тут пройдем. Следующие, кто у нас тут есть? Давай так. А куда все скелеты реально подевались? Так. Хорошо, пособирали. Давай, добиваем. Куда ты пошел там? Самый умный? Ага. Ну, нам эктоплазмы сколько нужно? Да хренище. У нас только одна. Чуть не хватает. Ну, это, видимо, оставшийся выпуск. Мы уже как раз будем бегать и искать эктоплазму. Чё-то мне так кажется. Что вряд ли нам сейчас вдруг неожиданно выпадет в большом количестве она. Вот из такого черепа, по идее, должна падать. Но не. Как это с этой колючкой еще порешать дела-то, а? Так, не выключай свет, слышишь? Так, я могу вот так вот сделать. А ее никак не сломать, да? Эту цепь крутящую. Понятно. Слышь, куда ты побежал? Так, еще... Нет, стоп, что? А, мерзкий ракетомет и заостренный ключ-меч. Класс, а что это? Может, он сундуки открывает как раз таки те, что нам надо. Так, ну ты же уже прилетел, правильно? А ну. Может, это особые сундуки открывает? Наносит повышенный урон поврежденным врагам. А ну. Ну, я надеюсь, это ж не просто ключ. Не просто меч, я имею в виду. Это еще и ключ. А кого мы такого убили, что нам дали это? Мерзкий ракетомет. Это нам не надо. Давай найдем особые сундуки. Где они? Кстати, Мяумур тут работает? Да, работает. Ему пофиг, откуда падать. Да, эктоплазма из разных существ падает. Видимо, с небольшим шансом. С очень небольшим. Да-да-да, вы правильно увидели, что тут еще есть. Куда ты там спрыгнул? Самый умный, думаешь? Да что ж такое-то, а? Издевательство какое-то. Хорошо. Так, тут ничего, правильно, внизу. Понятно, там просто пещера, туда нам не надо. Ну, логичнее было бы как куда-нибудь в правую часть идти, правильно? В правую часть замка. Попробуем, кстати, ключом. Может, он открывает все сундуки, это было бы идеально. Спускайся.
Да что такое? Какие блоки сыпятся-то постоянно? Да ты что, издеваешься? Так, давай, давай, давай. Что-то у тебя многовато здоровья было. Ага, замедленность вижу. Так. Ну и что, где тут еще? Так, то... Что это такое? Это песок какой-то? Мне нужно теперь по звуку ориентироваться, где мои питомцы бьют их. Ага, эктоплазма две штуки, отлично. Чтобы они кого-то не убили, и я потом мог собрать то, что они заработают. Ага. Так, вот тут слышу, слева бьете, да прекратите. А что, да. Так, с правой слышу, стороны убивают. Ага, во-во-во. Так, о, еще эктоплазма. Она прям преследует меня. Но собрать нам ее в любом случае нужно будет прям очень много. Нам еще, чтобы делать слитки особые, правильно? Для буросодержащего модуля. Нужна все равно эктоплазма. Так, давай, чтобы... Ага. Да вот так по кругу можно ходить. Нормально, они тут спавнятся. Знамя. Какое знамя? Что ты несешь? Подожди, давай вот так вот сделаем. Сапог опять дали. Да что такое? Чего ж так не везет-то, а? Сапог это, конечно, хорошо. Ребрышки барбекю. А, понятно. Ну, что-то, какое-то оружие. Какие-то перчатки особые. Не, вы что, думаете, самый умный? Не-не-не, не угадали. Не то, подожди. Все, заходи, не бойся, уходи, не плачь. Давай, так. Так, я опять светящуюся палку, я так понимаю, бросил. Это плазма. Ой, еще отлично. Сколько у нас ее всего? 12 штук. Но этого маловато, это реально очень мало. Сколько нам ее надо насобирать? Ну, примерно плюс-минус до хрена, я точно не помню. У нас слитки по 40 штук были, правильно? На каждую эктоплазму находить, это жесть. Отстань ты. Так, здесь ничего нет. Никого. Слева слышу. Ага, и вот и справа есть. Тут есть кто еще? Ага, вижу. Нам надо очень много эктоплазмы. Но это реально неинтересно, это скучно вот так вот за ним бег. Нереальный что? Нереальное снайперское ружье, ух ты. Как классно, всего 200 урона. За пистолет, который еле-еле стреляет. Так, давай, так. Я видел, слева сверху был, но он и тут есть. Ага, и так-то плазма с него падает. Хорошо, тогда идем сюда. Во-во-во, куда убежать? О, вас тут двое. Эта плазма не выпала. Мне нужен... Ох, ни хрена себе, что вас тут так много стало. Нет, это в целом хорошо, но... надо было опять эту пластиковую карту брать с чем-то там смешанную у нас. Которая монет дает побольше. Хотя, все, в целом я тебе говорю, тут экономика ни о чем. Тут монет у нас есть куча, но нам не на что просто тратить, понимаешь? Опять замедление ваше. Вот, если бы можно было бы недостающие, например, детали купить, вот это было бы отлично. Это эктоплазма, например. Было бы отлично. Просто замечательно. Был бы смысл вообще в деньгах, а так... Так, что-то фиолетовое нам дали. Сейчас глянем, что это. Опять ключ. У нас уже два ключа. Да что ты делаешь? Ты что делаешь сейчас? Вот. Так. Так. Да что-то не то. Ага. Так, внизу, по-моему, я слышал звуки. Ага. Это плазма, замечательно. Во-во-во. Отлично, три оранжевых сразу. Так, эктоплазма. Нужно так, я понял, давай вот здесь сделаем проход. Наверх. Чтоб тут тоже могли кружить мы. Так, замечательно. Ты сильно из тебя должна выпасть эктоплазма, замечательно.
Я так быстро бегаю, что я успеваю и на первый удар этой штукой, и на второй, с другой стороны. Ради этого стоило покупать ботинки. Ага. Стоять. Понятно. Ни о чем. Так, череп, ты если подлетаешь, то подлетаешь. Ах ты, зараза! Ты же делаешь так, чтобы мы не могли вообще использовать левую кнопку мыши. Какой ты сильный, ничего себе. Водяная свеча увеличивает скорость возрождения монстров. Ну, у нас и зелье такое, по-моему, было. То есть, соответственно, можно взять зелье плюс свечу. Вот она, скорее всего, да? Водяная свеча увеличивает количество монстров, я понял. Можно взять свечу плюс зелье, и тогда у нас монстры очень часто будут появляться. Это хорошо. Так. Прикольно, что для буросодержащего модуля мы сами должны очень много побурить. Замечательно. Его идеи будут актуальны всегда. Оп, это плазма, замечательно. Сколько у нас ее уже штук? 24. Маловато. Хотя я не помню, сколько там надо для этих слитков. Надеюсь, не один к одному. Потому что если один к одному, это с перебором много. Мы так тут побегали сколько. Ага. Чего? Пластырь, знамя, ключ. Ну ладно, пока что эктоплазмы хватит хотя бы для события. Это. Хотя там по 5 штук надо будет использовать. И вообще не факт, что мы с первого раза получим то, что нам надо. Сейчас надо будет посмотреть крафт и убедиться, что нам действительно оно надо. Так, ну тут две свечи. По логике тут должно быть прям много мобов. Что-то я их тут не вижу. Где сундуки особые, алло? Они же где-то были. Я хочу проверить этот ключ. Подойдет, нет? Капец, так долго идем, ни одного врага. Вы чё? Вы чё, серьезно, ни одного врага? А, наконец-то, ага. Вот. А вот этим не подойдет? Блин, ну обидно. Видишь, нужны особые ключи, а где нам их взять, непонятно. Кстати, это бронзовый сундук. Может, мы из меди можем сделать медный ключ? Тут ничего не спрятано. Не, понятно. То есть бурить стены — это бессмысленно. А, класс, там еще и вода сейчас затопит. Ладно, пошли вот так вот. Эктоплазмы в целом хватит, но это один медальон. Кстати, сейчас 7 вечера только настало, 7 вечера? Вроде как да, надеюсь да. Если только настало, то это замечательно. Быстренько вещи свои закидываем сюда. Применяем. Так, ставим вот это вот здесь вот. Вот здесь ставим так, плюс еще, подождите. Ее вместо крыльев. Фу. Ну да, все правильно сказал. Давай лучше сделаем вот так вот, чтобы побольше видеть. Вечер только начал... Ночь только началась, так что не сильно-то страшно. Ай-яй-яй, не-не-не. Наши ботинки есть. Надо закрыть. Зайди назад, быстрей. Ты что, дурак, ты не можешь запрыгнуть? Назад зайти. Так, надо вот так вот сделать, закрыть дверь. Чтобы внутрь не проникали монстры. Теперь вот так вот делаем. Ну что такое? Вы что такие мощные, слышишь? Да заколебешь. Быстро камень, быстрее. Оп, оп, замечательно, все. И теперь можно сделать вот так. Нельзя, вы что, серьезно? Где я поставил? Хорошо. Теперь ставим блоки еще. Все, и теперь пошли. Блин, сколько времени просрали. Надо было подумать о защите заранее. Опять не взяли то, что монеты можно... Блин. Ладно, хрен с ним. Так, у нас очень много врагов спавнится в доме, и это плохо.
Пошли вот сюда вот. Да, я мог просто сюда подойти заранее. Ну давайте только быстрее, 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 быстрее. Появляйтесь больше, больше и больше. Так, пугало, отлично. Новая волна врагов должна идти. Давай, давай. Ну не до конца, конечно, экрана достает. Но в целом норм. Давай вот так вот отключим, потому что это бессмысленная штука. Жуткая древесина нам не нужна вообще. Я не знаю, для чего она может быть нужна. Разве что какие-то жуткие двери. Всадник, ты чё? Я же даже не посмотрел, нам надо это вообще событие для меча или нет. Вот там тыква меч или что-то такое, или наездник меч. Так что по идее надо. Стоять, а я поставил-то эту штуку там, а надо вот здесь вот. Да, смотри, как быстро вообще это можем выносить, замечательно. Да, нормально, подходите давайте. Так, какая у нас 7-я волна? Ночь только 10 часов, отлично. Так намного быстрее справляемся, смотри. Только здоровье надо не забывать брать иногда. Давай, так. Угу. Обидно, обидно. Прикинь, сколько денег мы бы заработали. Хотя зачем, опять же? Ладно. С одной стороны, жадность играет, с другой стороны, оно нам нафиг не надо. Хорошо, давай, давай, подходите. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Сколько? 75%, хорошо. Давайте нам, я так понимаю, 10-ю волну надо получить, правильно? Чтобы нам начало хоть что-то падать. Йо-йо, да... Ошибись, это йо-йо подставило, конечно, немного. Ага. Что, 10-я волна? Вот на 10-й волне у нас появляется... Так, что-то синее дали. Но я не успел увидеть, что. Чё-чё-чё, так, говно. Пылкий коломет. Что? Коломет? То есть нам буквально дали говномет? Ну это как этот, скелетрон. То же самое. Возможно, даже это он и есть, просто текстуру поменяли. Да, мне почему-то очень большое подозрение, что это и есть скелетрон, просто текстуру напялили сверху. Сердечки не забываем собирать. Пускай ближе подойдет, слишком много чести до него еще бежать. Да-да-да, чтобы кристаллик наш по нему попадал. Так. Так, еще одна тыква-босс, хорошо. Вот с тыквы-босса, я так понимаю, будет падать. Смотри, потому что когда тыква-босс, прямо внизу рисунок тыквы. А когда дерево, я не помню там рисунка дерева. Так, ну опять... Ничего, вот опять тыква, хорошо. Сколько, уже час ночи, блин. А нам до сих пор не выпал меч, правильно? Еще. Не, а вот, дерево рисуется все-таки. То есть, деревья тоже считаются за настоящих боссов, да? Забавно. Так, собрали. Сколько, интересно, денег мы уже собрали? 2 платины, нормально. Знамя нет, до сих пор меча нет. Что это за говно? Кол. Понятно. А, коломет, все. Ну да, это более логично. А, может с этого всадника, кстати, падает. Ну нет, ни хрена. Но я помню, там либо с тыквой, либо с всадником что-то было связано. Название этого меча последнего. Ну, не последнего. Нам парочку еще надо. Так, 14-я волна, давай быстрее. Нам сколько волн надо пережить, чтобы нам выпало нужное? Но чем больше волн проходим, тем, скорее всего, выше награда должна быть. Ну, по логике. Ну, и сильнее враги, а из сильных врагов и должна выпадать нормальная награда. Опять же, смотри, просто здоровье, просто жизни. А, стоп, нам же показывали в книжечке, что как раз-таки с тыквы падает, да? А ну-ка, с небольшим шансом. По-моему, 2%, что-то такое. Не? А ну-ка, если книгу эта пауза ставится... Нет, не ставится, офигеть. А чё так... Потому что я решил почитать, посидеть. Вот эти
ты, йо-йо, который вокруг меня летает, конечно, так ущербно выглядит. Они же даже не атакуют. Они просто летают вокруг меня. Чё? Мне дали меч? Надеюсь, что да. Да нет, не дали. Жуткий крюк, серьезно, за 15 волн дали жуткий крюк. Даже достижения дали, а в наградах крюк. Крюк, нахрен он. Оружейник убит. Блядь, слишком близко к той стороне был. Ладно, ничего страшного. Так, давайте вот этого быстренько снесем. За него самый большой процент дают, а ну-ка, на. Отлично. О, замечательно, давай. А кристалл что-то поверху не бьет, ты смотри. О, начал, молодец. Он, но он внизу был жутко занят. Да сколько тебя надо уничтожать, алло? Я понимаю, что там процент какой-то маленький, но не настолько же. Для меня он выпал, просто убрали в инвентарь вот этот вот, в мешок пустоты. Не, ну так можно бесконечно, хотя нет, не бесконечно, сейчас уже утро наступает. Во, по-моему, сверху начали какие-то во-во-во, куча вещей всяких. Разрывной джек-бомба, нет, это не то. Надо быстрее их разносить, оставшихся. Быстрее, чтобы следующий босс успел появиться, и мы успели его разнести. А где боссы еще, алло? Уже утро, 4, осталось сколько, пару секунд. 20 секунд, чтобы разнести последнего босса. И нам выпало, что надо. Давай. О, тыква, отлично, быстро. Давай, 20. Давай, пару секунд осталось. Выпадает то, что надо, и... Хрен его знает. Ну, ладно, еще, но 3 секунды. Класс, 2 тыквы как раз прилетело. Охренительно. Да хрен ли от вас толку теперь. Штаны пугало, класс. Нахрен мне штаны ваши. Ну, надеюсь, я выбил то, что надо. Я надеюсь, что здесь и надо было выбивать. Потому что если я не там... Ой, участвовал, то это вообще обидно. Так. А что там мне писали? Вы не можете во время луны этой, что ли? Ага. Телепортироваться. Так, давай посмотрим, что у нас есть. Ключ освещения. Один из ключей! Отлично! Охренительно! Наконец-то! Так, давай здесь посмотрим. Штаны, трофей. Не то. Рубаха. Коломет. А! Наконец-то выпал! Замечательно! А ну, смотрим. Ну, хоть так. Так, давай-ка вот так сделаем. Ни хрена ж не видно. И расскажи мне, пожалуйста, что там нам надо еще. Инопланетян, по-моему, разнести. Изготовление. Так, нужен клинок земли. Есть Мяумур, есть Звездная Ярость. Есть колобель Полиливов. По-моему, его нет, да? Это с инопланетян падает. Клинок всадника. Есть сеятели, есть Звездная Ярость, есть пчеловод, есть зачарованный, нет. Вот зачарованный, по-моему, он как раз и находится возле земли. Нам осталось два. Одно с инопланетянином. Правильно, с инопланетянином? А то я сейчас просто время потрачу зря. Так, НЛО. Или это зимнего события? А ну. НЛО. Вот, колебатель. А у нас его нет? Может, я его случайно выбивал уже? Титановый. Ну, вряд ли, да? Так, давай остальное все поскидываем. Во-первых, материалы. Так. Что еще? Ключ освещения. Он у меня есть теперь. Оружейник прибыл. Да, хорошо. Так, здесь нам нужно эктоплазму закинем. Так, закинем. Потом цветы, грибы. Вот так вот. Тыква, это в еду надо отнести. О, черный пояс! А, жуткая ветвь. Ты что, издеваешься? Что нам надо? Подожди, что я хотел? Тыквы в еду положить, точно. Так, не туда куда-то пошел. Вот, стоп. Где-то вот здесь, вот. А, так, знамя. Знамя это мне явно в нижний сундук. Вверху мы такого еще не получали. Знамя, древесину. Сундуки с древесиной уберем. Так, далее у нас есть... Кол. Так, это все стреляющее, огнестрельное оружие. Вместе с патронами рядом. Так, давай вот это вот поставим. Соберем все остальное.
Так, дальше, что мы собрали? Штаны. Штаны это как украшение. Шляпа украшение. Рубаха украшение. Шляпа украшение. Замедленный светитель Джек. Проклятое. Ух ты! Вызывает проклятое растилище, которое следует за вами. А, ну просто следует. Нам не надо. Коломет опять. Так, огнестрелу. Коломет. Ну это тоже, наверное. Или к чему это вот? Да, точно, надо этот. Понятно. Опять штука, которая непонятно как работает. Скорее всего, пули у меня лежат рядом. Но если это пули лежат, то это огнестрел. Вот сюда вот особый клинок. Такой это к огнестрелу, значит, надо класть. Знамя. Трофеи. Вот, стоп, трофей был. Ага. Давай вот так соберем еще. Так, все, да? Так, что нам надо? Что нам? Что нам? Знамя. Где-то внизу такие должны быть. Вот, стоп. Знамя. Вот. Знамя. Вот. Потом. Огнестрельное оружие. Вот сюда вот. Потом. Вот это вот сюда вот. А это что такое? Дух в бутылке. Призывай духа, который дает свет. О, это как питомец, который будет немного подсвечивать. Это хорошо, хорошо. Счастливый счетчик, это то, что на себя можно надеть. Ботинок тоже можно на себя надеть, но у нас он уже есть. Хотя плюс 2 урон, а тут плюс 20 к мана. Ну, как будто плюс 20 мана не то, что мне сильно надо. Так, еще один. Ага. Так. То, что на себя можно надеть, это вот так и вот так. Отсюда тоже докидываем. Чё ж так много вещей? Ключ. Это обычный меч, я так понял. Так, потом. Вот сюда вот мы закидываем. Так. Это просто блок. Можно надеть на себя и предмет украшения. Так. Как много всяких вещей-то, а? Я уже заколебался. Давай еще один сундук для мусора используем. Ну, реально, заколебался вот это заниматься. Вот, вот этот вот пустой. Вот его для мусора используем. Заколебался с этим бегать всем. Жуткий крюк. И ключ нам нужен. Отлично. Так, хотя уберем. И пошли и найдем, где там ключ освещения. Так в освещении мы и не были сейчас ни разу. Ладно, очень странно, но мы в освещении же не были сейчас, правильно? Давай так. Придется найти сундук. Желтый. Ладно, это придется все оббегать опять сейчас. А! Или лучше сейчас сбегать сначала инопланетное пришествие. Не знаю, что. Вы кролика замочили? Серьезно? То есть вы сектантов не трогаете, а кроликов трогаете? Вы козлы, конечно. Так, так, так. Ай. Без крыльев падение, да? Нет, тогда подожди. Мы же вот так меняли, правильно? Все, потому что что-то несправедливость какая-то. Что так? Да с ее наверное, давай побегаем. Дай, ты что делаешь? Он цепляется за все подряд, я не хочу. Подожди, а что за звук, как будто ману используем? Так, ну это куда-то вправо теперь бежим. Сундук освещения, а где же он был? А, плюс мы еще эктоплазму сейчас соберем. Она нам все равно нужна будет в огромном количестве. Да, даже не в большом, в огромном. Мне теперь надо смотреть, что они делают. Безудержный... Чего? Оптический прицел. Допустим, пусть будет. Давайте, пацаны, я, наверное, вот так вот сделаю. Чтобы видеть, где они атакуют и где что выпадает. Так я все равно не буду видеть, если за пределами экрана будете атаковать. Вы чё? Так, сундук освещения нам нужен, правильно? Карту уберем вот так. Хотя, наверное, нужна все-таки. Надо было взять хлыст, чтобы просвечивать стены. Может, где проход тайный есть. Опа, штука какая-то красная. А, медь. Медь? В смысле, медные монеты? Или буквально медь? Потому что медь это материал, который мы, по-моему, не можем добыть тут, правильно? По крайней мере, я не видел. Во!
Это не он, да? Ну, не похоже, что он. А, крем-сода. Я думал, это этот... Анха-амулет или что-то такое. Оказывается, Анха надо мне давать его, да? Так, ну там, я так понимаю, закончилось уже, понятно? Граница этого замка. Не-не-не-не-не, нам надо найти, где этот сундук освещения, потому что... Походу, искать надо будет здесь фиг знает сколько. Опять огромный меч. Слушай, он прям огромный ключ-меч. Прям огромный. Стоп, сундук? О, сундук еще, но это не освещение, скорее всего. Но, если он в этой стороне есть, значит, примерно в правильную сторону я двигаюсь. Потому что видел, здесь же, но внизу, находится еще один сундук. Да, там даже показывают, какой ключ нужен, но я на всякий случай буду проверять и этот. На всякий случай, потому что мало ли. Так, еще один сундук. Во, видишь? Они в правой стороне все. Чисто для приличия. Ледяной ключ нужен. Допустим. Вот как раз таки снежное событие, наверное, надо в снежные локации призывать. Тогда просто огромный шанс будет того, что выпадет ключ ледяной. Ничего, ничего. Мне интересно, как мы ключ тьмы не выбили еще. Ну, проклятый... Че? Уклову... Понятно. Опа. Там мы ни разу не были, по-моему. А, ну там факел стоит, значит, были. Так, ну и где ключ? Фу, сундук освещения. Че толку, что мы бегали тут? Неужели я получил один ключ от сундука, которого тут не будет? Это обидно будет, вы че? Это нечестно, вы чего? Нельзя так делать. Так, лед, замечательно, класс. Класс, замечательно. Молодец. Че ты наделал, умница. Да, давай еще сюда. Так, тут вода уже не пролилась. Вот сюда вот пусть стечет. О, сундучок голубой. Ледяной лук. А, я думал, ледяной ключ. Что-то обрадовался раньше времени. И где ж нам еще искать-то? Мы уже, по-моему, весь замок облазили. Но я не помню... Желтый сундучок у нас был или нет? По-моему, это как раз-таки самый первый, нет? О, вот, из него должен выпадать черный пояс. Видел? Зомби Ли или как-то там так его назвали. Не выпало. Ну как так? Ну блин. Мы могли бы черный пояс сделать и могли бы уворачиваться от боссов. Хотя уже нам, собственно, это и не надо. Правильно. Мы уже всех разносим только так, потому что у нас уже оружие есть хорошее. Мне показалось, что внизу пропустил сундук. Что это было? Это книжный шкаф. Скелет-снайпер. Давай еще одну снайперскую винтовку выбьем. Почему нет? Не выбили. Ха-ха. Так, мне нужен сундук освещения. Сундук освещения. Где он может быть? Так, взлетай давай. Так, нет. Ну, мы так бесконечно будем искать. Кстати, эктоплазма тоже что-то не падает. Интересно, чего бы вдруг. Так, ну это мы видели уже, да? Надо, я понимаю, где искать. Кстати, вот здесь мы не были. Да, были. Давай по карте смотреть примерно хотя. Блин, мне бы какие-нибудь метки, чтобы я понимал, что я тут был. Вот это очень странно, что в эту игру не добавили метки. Очень странно. Так, ну внизу мы уже были, это я помню точно. Так, 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 давай вверху посмотрим. Кстати, эктоплазма, по-моему, не падает нам сейчас, да? Да, заметил, сколько врагов мы победили, а эктоплазмы нет вообще. Почему? Да, взлетай-то. Так, так, так. Но оно где-то вверху было. По-моему, в самом нашем пути.
пояс исследования этого замка, нет? Но почти уверен, что в самом начале было. Только вот где у нас начало было? Опа, а это не он? А ну. Блин, это джунгли, скорее всего. Еще один сундук нашли. А нужного нет, почему? Потому что я его провтыкал где-то. Но я смотрю максимально внимательно, сколько могу. Единственное, что... А, у нас странствующий торговец приходил, блин. Я не заметил. Это что это за штука вообще? Деньги, а почему-то так нарисованы странно. Так, это лесной, только что находили. А вон и экстоплазма. Почему вот эта вот красная штука, что за была? Почему она так появляется? Ага, но ничего не дает, когда мы собираем ее. Так, наверху ничего, там тоже я вижу ничего. Тут у нас что, синий бронированный кто? Скелет? Ну заколебешь, из-за тебя атаковать не могу. А, ну так мы долго можем искать, слушай. Это мне не нравится. Вот бы у нас что-то было, что-то было, кстати. А у нас что-то и было. Показывай. Где сундук? Чтоб я точно не провтыкал, он уже подсвечиваться должен будет. Да взлетай ты. Он вообще хоть что-то подсвечивает, не? Он, по-моему, и так с нами все это время летал. Только зараза не хочет ничего подсвечивать. Так, по-моему, я в одном и том же месте кругами хожу. Давай пойдем назад. Вот сюда вот. Кстати, вот здесь есть какой-то проход. А, это мы сделали, да? Так, ну там мы уже были в любом случае с той стороны. Я не знаю, либо есть где-то секретная комната, которую я пока что не нашел. Либо это большой-большой прокол. И мы собрали единственный ключ, который нам не нужен. Заколебешь, как крыса просто себя ведешь. Сундук. В начале карты внизу, я не помню, смотрел или нет. Ну, по-моему, здесь мы как раз и бегали только что, да? Мы реально будем очень долго бегать. Но это нечестно. Столько сундуков уже нашли. И все не то, понимаешь? Все не то. Почему? Так, не-не-не. Этот упырь сейчас... Ага, из-за него мы сейчас не будем... Ага, все. Не сможем ничего видеть. Фу. Драться не сможем. Что за справедливость, а? Так, алтарь демонический. Не то. Пошли реально наверх. Но это ж не тот верх, который вверх. Правильно? Это же другой верх. Который не сильно вверх. Давай вот так сделаем. Не, это верх, который вверх. Но я не знаю, либо я его пропустил, либо он не заспавнился. А может быть такое, что не появился просто сундук? Потому что, возможно, я реально просто зря время трачу. И в этом нет никакого смысла. Потому что я помню, где-то один сундук вот здесь вот был. Прям поверху, где-то в начале. И мы его... Нашли, но не могли открыть. По-моему, это как раз-таки желтый был сундук. Но сейчас я его тупо не вижу. Где-то вот так вот по поверхности шли. Так это явно не тот. Да заколебешь, ну бесите. Ну вы можете вот этих вот двоих утырков разнести? Ничего.
Да, такое ощущение, что это какой-то прикол. Возможно, мы зря выбили этот ключ, и нам не у нас не появился этот сундук. У нас есть куча других. Броня зимнего скелета. Даже такая фигня выпадает. Непонятная. А сундук как-то отображается на карте? А ну-ка. Запер как коричневый квадратик, да? Книжный шкаф, книжный шкаф. Сундук. Вот он, запертый сундук освещения. Прикинь, вот это вообще следопыт. Даша следопыт. Ребятишки, покажите, где сундук. Вот он, сундук. И нам дали... Че, гораете, что ли? Убийственная радужная пушка. Гей-пушка, давай. А че не стоячий? Кулич из него выпал. Ну что? Почта? Подожди, это... Да, ману тратит. Она куличи делает? Подожди. Куличи мы можем собрать или нет с них? Что, если можем, прикольно. Хотя он нахрен не нужен нам. Мешок с добром. Щелкните правой кнопкой мыши. Я и щелкнул. Хорошо, давай вот так тогда сделаем. Давай, оп. Тухлое яйцо. Козлина. Я-то думал, что-то годное выпадет. А ну-ка, куличи мы можем собрать? Тенебое. Турнирное копье. Что? Что вы мне непонятно что кидаете? Реально. Какое-то турнирное. О, а это кто такой? Подожди, делаем вот так. Тебе не кажется, что какие-то новые боты появились после того, как я открыл сундук? Нет такого ощущения. Куличи нам хоть отдали, не? Где куличи? Так, я недоволен, подожди. Куличик. Ай, да где? Фу, кидалово, даже это кидалово. Фу, все обман, фу. Просто фу. А нахрен мы там бегали, кстати? А, ключ, потому что нашли. Все, это единственная причина. Класс, молодец вообще. Так, ну... Так, гей-пушку давай положим к магическому оружию. А турнирное копье к обычному оружию. Так, все, остальное... всякий хлам. Теперь телепортнемся к морю. И давай и там последний, я так понимаю, да? Соберем. Меч, а получается, меч, который под землей должен быть. Тыквы? Тут? Почему? Ну, а где нам взять, кстати, его? Меч, который под землей должен быть. Это мне все под землей надо исследовать? Вы угораете, это сколько времени? Еще тыква. Почему они тут растут? Они ж не росли тут раньше. Реально, их не было тут. Понятно, меч... Стойте, стойте, пожалуйста, стойте, сачок. Быстрей. Стоп, вот так. Феечки, нет. Где феечки? Нет, 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 я же их только что видел. Нет, они улетели навсегда. Ой, нечестно. А, давай сразу наверх полетим. А нахрен мы по низу летели? Мы можем сразу так наверх. Ага, чтобы найти НЛО. Стоп, давай-ка, наверное, вас уберем. Пока что. Потому что ну вас нафиг. Вы сейчас уничтожите и все. Давай вот так вот сделаем. Сколько это? Нет редких существ. А должен... Оно вообще считается за редкое, не? В целом оно не сказать, что прям редко появляется. Ну и этот момент давай я, наверное, ускорю. Чего? Дух Хэллоуина отдыхает. Только что появилась эта надпись. А почему она тут появилась? Дух Хэллоуина отдыхает. В смысле? Сейчас будет тыквенная луна, что ли? Ну, сейчас утро. Настал, не понял. А почему эта надпись вообще появилась? К чему это? И сейчас было событие тыквенная луна, но я его просрал. Не понял прикола.
Почему это дух тыквы отдыхает? Ладно, давай дальше ускорю. О, наконец-то. Наконец-то спускаемся вниз. Спускаемся быстрее. Оп, да блин, давай быстрее. Делаем вот так, чтобы видеть, где пришельская тарелка была идет. А, ну да, там меч должен нам выпасть. Но опять же, с огромным процентом, правильно? Так у нас есть ее-шка, нет? Оп, меняем на ее. Все, давай. Давай. Наступление пришельцев, я готов. Или может не возле воды надо делать их наступление? Фиг его знает даже. Кстати, можно делать вот так вот. Раз, два, три. Ну и где они? Ну, НАСА просканировало. Оно стало красным. И написали, по-моему, Опа, он возродился прямо здесь. Видел наглость? Так, я не понял. Алло, а где? Оно разве так долго начиналось раньше? Кстати, а это считается плохой погодой, не? Вот, НЛО, кстати, летают сзади. Значит, где? Что ты чпукнул? Бля, теперь падать нельзя. Не понял, и где они? Не, реально, а что за прикол? Может, домой надо телепортнуться? А что за приколы, в смысле? Почему надо домой телепортнуться? С чем это связано? Раньше не надо было. Камни теперь надо выбирать быстрей. Вместо тебя, сорян, чувак. Отстань ты. Странная хрень, ладно. Прикол абсолютно непонятен. Почему там не начиналось событие? Почему именно сюда надо? Или чем больше жителей, тем... Чем что? Шифратор мозга? Ух ты, вот это, по-моему, не выпадало нам. Можно не надеть. Призывает ездового скутлиста? Кого? Так, нам нужна именно летающая тарелка. Поэтому сейчас надо буквально пару процентов собрать. И все. Буквально пару процентов. И вот тыквы. Слушай, тыквы везде стали расти. Почему? Раньше-то их не было. А, наверное, там, где умирали из тыквенного события. Там, где... Не знаю. Может, после призыва тыквенной луны начали появляться они. Слушай, ну это как-то перебор. Тебе не кажется? Надо будет меч найти, который под землей. Где-то где-то близко к поверхности земли. Под землей. Это тяжело будет найти. Хотя по всей поверхности. Так мы и листали карту, мы там не видели никаких мечей. Хотя, может, оно мелко просто обозначено. Ну, ладно. 32%, алло. Когда тарелка прилетит? Не смешно. И так события тяжело добиться. Так мне надо еще, чтобы... Что? Чтобы оно закончилось просто так. Ты кто такой? Верни тарелку. Зашибись. Я понял. А, ну лазером стреляет еще. Прикольно, класс. Вот самое то, самое время, да. Ну класс, меня сейчас добьют только потому, что этот утырок у меня появился в инвентаре. Класс. Охренительно, блядь. Пиздец, ну что за хуйня? Почему? Ну, какого хуя вообще этого уебища достали у меня, а? Нахуя, блядь, тарелку просто прососал. Охуеть, я и так сколько это событие ждал. Блядство, просто блядство. Спускайся. Ой, охуенно просто. Дали этого долбоеба ни с хуя. Класс. Мне еще надо успеть выбраться. Где это? Призывает? Вот. Все, отлично. Заебись, просто здорово. Я в восторге. Иди в очко. Не видишь, я еще не вышел.
Класс, дверь сломал. Зашибись. Все, сюда иди, придурок. Охренительно, просто дали этого дауна. Нахера? Электроракетница. Это, по-моему, вообще не то, что мне надо, да? Где в очко вообще? Блять, еще и управление наоборот. Заколебешь, оно закончилось когда еще? Блять, электроракетница. И херея, всякое говно мне кинул. Так, нет, чтобы такого больше не происходило, и я надеюсь, теперь больше такого не будет происходить, это вот сюда вот куда-то надо ставить, да? Ездовой. Ключ. Все. Больше ты не можешь появляться. Вот эти красители, зачем? Что они делают? Надо сейчас красители попробовать поставить, что они сделают вообще. Так, отлично. Гони меч. Скорый что? Блять, это опять не то. Вы что, издеваетесь, из жопы отсюда? Не, на... А, у меня и нет прислужников с собой сейчас, да? Ладно, постоим вот так вот, чтобы НЛО еще прилетело. Вот, отлично. Вот, тип... А, точно, я же это еще могу использовать. Да, конечно, самоумный, да? Так, 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 так. Что там дали? Подожди. Не-не-не-не-не, даже не надейтесь. Я с вами биться сейчас не буду, я буду чисто НЛО ждать, пока мне не выпадет меч. Вы что, издеваетесь? Вот так вот. Так, я понял, ты будешь атаковать их, стоп. Вот так вот. Все, теперь просто стоим, ждем. В смысле? Мы далеко ушли от земли, что ли? Все, да, понял. Все, далеко от земли были, понял. Теперь ждем НЛО. НЛО же приходит, когда я на поверхности правильно нахожусь, а не прячусь, когда над головой ничего нет. Давай, может, земли надо прикоснуться. Оп, прикоснулись. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Ну и где? Прилетай, гаденыш. Я не хочу с ними сражаться, потому что меч пока я не выбил. Я не хочу по 10 раз призывать их бегать, этот, искать дрон. Как вы сюда-то забираетесь, а? Вот так вы хрен по мне попадете, ага, снизу. Так, и ждем тарелку. Так, почему опять? Слишком долго с ними не дрался, что ли? Хорошо, вот, парочку я вынес. То есть их все равно придется выносить просто по чуть-чуть. Ну вот, давай, следующую тарелку. Тарелку, 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 быстрей. Может, мне просто уворачиваться вот так надо, и все. Давай, тарелка, ты где? Видишь, я уничтожаю твоих прислужников. Появляйся. Что-то такая сыкливая. Наконец-то. Так, выпала. Электроракетница опять. Ты издеваешься, что ли? Так, у нас эссенция подбирается все ближе и ближе. С этим надо что-то делать. Так, уже 87% случайно пройдено. Давай, давай, прилетай еще. Оп-оп-оп, промазал. Оп-оп-оп, давай-давай. Оп, не попадаешь, да? Оп-оп, не успел. Откуда тут-то тыква взялась? У нас повсюду тыквы теперь растут. Ну? И где она? Может, она раз в минуту появляется? Да нет, нифига. Кстати, может, над домом. Когда мы прям над домом были, где у нас много жителей. Вот здесь вот она часто появлялась в прошлый раз. Они же туда запрыгнуть не могут, правильно? Ждем тут.
Давай вот так, оп-оп-оп. Минус один, давай еще оп-оп-оп-оп-оп немножко. Ну? Уже 89%. Мне меч так и не выпал, кстати. С каким он там шансом выпадает? Меч, меч, меч. Где ты? Ага. 16-67%. Ну, то есть обычный абсолютно шанс. Как и на все остальное. Почему мне тогда все остальное так часто выпадает? Почему мне эти пушки выпадают в таком огромном количестве? Объясни мне. Если шанс 16% точно столько же, как и у этого. М? Блин, еще же за босса дают больше... О, наконец-то меч! Все, отлично. Все, теперь можно зачищать. Все, пускай убегает. Слышишь? Убегайте, говорю. Наконец-то все. Получается, мы все мечи для Эскалибура собрали, правильно? Ой, для Эскалибура. Для этого. Зенита. Кроме одного, который должен быть под землей где-то. Но где под землей? Почему пройти не можем? Камень. Теперь давай кирпич. Так, 110 урона. Давай глянем хотя бы, ради чего мы потели. Потели, тоже мне сказал. Так у нас такой был уже. Я точно помню, у нас такой был. Видимо, он у меня где-то в мусоре валялся. Класс, то есть мы зря время потратили. Ай, зашибись. Так, давай так, возвращаем мне дверь. Так, делаем вот так. Где-то под землей должно быть. Хрен его знает, где это. Давай вот так, меч к особым мечам. Вот так положили. Ну все, я тебе говорю, такой, я же его узнаю. У нас он где-то был. Так, остался один, но это вот так вот, смотри. Опять же, можно посмотреть. Близко к уровню земли. Если там что-то и появится, то мы это увидим, правильно? Вот так фиг его знает, где. Вот здесь вот свинец, понятно? Вот, тем более мы прочитать сможем, где оно. Так, так, так. Где-то под уровнем земли. Но я не вижу ничего тут необычного. Факел. Тыква даже под землей растет. Что-то тыква реально дохренища. Ну смотри, как будто бы все обычно, как и всегда. Ничего особенного я не нахожу. Но это придется... А как мне его вообще в теории даже найти? М? Каким образом я должен его найти? Это чисто случайно разве что наткнуться на какую-то пещеру, правильно? Горшочек, факел, значит, я там был. Это же должно хоть как-то выделяться, я не знаю. Или нет, или этот меч вообще полнейший рандом. И не факт, что он мне выпадет, правильно? Не знаю, мне на это ничего не указывает, что мы меч где-то можем легко найти. Так, давай вот здесь вот соберем хлорофит. Так, вот это вот возьмем. Святые слитки. Так, пушки. За ману. Убираем вот сюда вот. Это за ману, не? Да, 6 единиц маны. Уйди. Почему они стали появляться? Двери открывают. Так, надо от йо-йо избавиться. Давай крылья возьмем. Это убрали вот так. Так, далее, далее, далее. Что нам надо еще? Хлорофит. Давай сделаем хлорофит. Сейчас посмотрим, что там, где там, что там, сколько. Так, вот так, хлорофит. Нам надо сколько? 40 слитков, да? Это маловато. 23. Мы его сюда случайно не закинули. Титановый слиток. Ну, пускай будет, ладно. Гель точно брать. Так. Мифриловый. Где хоть какие там нужны были-то, а? Адский слиток изготовления, вот. Из вот таких вот слитков, ты говорил, что-то там можно? Нет, титановый это не тот. Так, господи, ну занят я, вы видите, нет? Дай сюда вот так вот. Раз, два, три. Ты куда пошел? Подожди, изготовление. Почему два? Потому что умирал, понятно. Вот этих вот. Модуля, содержащий... Буросодержащий модуль нам надо. Вот, 40 слитков, это будет. Хлорофит, хорошо, 40. Грибной слиток, это как? Спектральный слиток, это надо дохрена спектрально. Подожди, метеоритный слиток. Адский слиток, у нас все это есть. Метеоритный, адский. Метеоритный. Адский, метеоритный. Так, сейчас мы попробуем вот так вот понаделать. Смотри.
По 40 нам надо, да? По 40. Так, есть. Адских явно пока не хватает. Метеоритные. До 40 штук уменьшаем. А что ж такое? Так, есть 40. Да, заколебете. Чего вы проходить тут часто стали, а? Так, быстренько. Закрываем так. Так. Крылья еще скорости бега, что ли, добавляют? Давай так. Так, и вот так. Хорошо. Так, слитки поставили. Хлорофит и этот надо. Так, но этот мы сейчас сделаем. Подожди. Это вверху надо, да? Вот здесь надо этот слиток делать. Хорошо, но этого 58, допустим. Давай с эктоплазмы сейчас глянем. Так, эктоплазма у нас вот здесь, да? С эктоплазмы как там делаются слитки? Изготовление, слитки. С эктоплазмой вот делают спектральную. Бля, это хлорофита. Надо дохренища просто. Просто дохренища. Хлорофита надо прям дохрена. Так, дальше. Хлорофита нужно дохренища. Ай, понятно. Подожди, а что эти? 97? Откуда? Почему они отдельные? Почему их столько? Я думал, я поставил тут 40 штук. 42, ладно. И отсюда вот так. Но это долго еще. Но в следующем выпуске нам придется слитки делать, чтобы собрать буросодержащий модуль. И буросодержащим модулем надо будет прокопать вообще всю территорию карты, чтобы найти этот последний меч. Правильно? Шикарно вообще. А еще же сказали, что в пещере, в которой он будет находиться, еще не со 100% вероятностью мы сможем его забрать. Потому что в той пещере еще может и не попасться. Вполне вероятно, мы находили уже ту пещеру, просто нам не попался этот меч. Замечательно. Ладно, давай тогда поскидываем все. Гель хлорофит нам нужен. Люминит вот так. Здесь грибочек закинем. Блок. Сейчас я тогда все закину и все. Так, это вообще чем стреляет? Понятно. Какими-то особыми патронами. Так, одежда. Вот здесь у нас идет. Знамя. У нас идут внизу где-то были. Вот они. Так, это нам необходим хлорофит. В следующий раз будем его прям в огромном количестве искать. Так, тыквы вот сюда убираем. По факту мы все нашли. Почти все. Нет, тут сачок пускай будет. Так, второй йо-йо, я не знаю, есть ли смысл в слоту держать. Так, давай из мешочка все уберем тоже. У нас тут много заполнено. Ну, достаточно, конечно. Класс, картина. Давай по-быстрому все закидываем на все. Ну, честно говоря, я расстроился. Вот последний меч. Тупо рандом и все. Либо выпадет нам, либо нет. Такое мне не нравится. Это не скилл, ничего. Потому что с рандомом, ну, мне не везет. Мне прям сильно не везет. Давай так. Маска. Это вот сюда вот. Где оно? Пушку эту мы вот сюда убираем. Блок мы вот сюда убираем. Разберитесь с ним пока. Так, так. Порванная ткань. Да вы что, издеваетесь? Ну хер ли вы тут летаете, если вы ничего не делаете? Так, у нас есть последний сундук для мусора. Хотя давай вот сюда вот просто все поскидываем и все. Че буду заморачиваться? Давай, так, так, так. Дальше вот отсюда добываем. Не оттуда взял. Ты прикинь? Не оттуда начал брать. Теперь обратно это все закидывать. Так, кстати, эктоплазма у нас еще есть. Это хорошо. Это прям очень хорошо. Так, это опять вот сюда вот открываем. Так, еще вот отсюда. Так, последние наконец-таки осколки закинули. Мусора этого. Так, 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 так. Все, эктоплазма у нас тоже есть. Она куда? Вот сюда я в материал убирал или... Она у меня все время с собой. Во, эктоплазма. 35 штук. Кстати, неплохо, неплохо. Всего 35 штук, конечно, маловато, но...
Знамя. Так, заколебете вы со знаменем. Так, 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 здесь я двери позакрывал. Так, эктоплазма, 35 штук. Хватит ли нам? Нам надо 40 для слитков, правильно? Хлорофитовых слитков. Кобальтовый слиток нам не надо. Медная руда действительно дали. Тут что, у нас все нормально? Ладно, тогда вот так вот закрываем. Хорошо, и надо будет адский слиток еще сделать. Несколько штук надо будет спуститься. Потом хлорофита. Да хренище просто добыть. 5 эктоплазмы. Мы здесь, и все, у нас есть буросодержащий модуль, правильно? Ладно, на этом все, можешь подписаться на канал, чтобы не упустить следующую серию, и скоро увидимся.